Всем привет, 8 сентября. Очень хороший день. Вчера вышла глава в ДБД. Новая Hellraiser, восставший из ада, Head, иглоголовый, как хотите. Так что круто, я его уже приобрел, но не в этом. Сегодня, я думаю, у нас будут пары. Но мы сегодня едем, я так понимаю, втроем, самые лучшие. Как в тот раз, на больницу и так далее. Едем в парк Патриот на автобусе. Бесплатно, естественно. Вот. Поэтому круто. Сначала пары были просто без нас, но их отменили. Так что с Рамазановичем мы не встретились сегодня. Но, наверное, их отменили, потому что нас не пустят вот так вот. Сейчас, короче, идем на маршрутку, садимся и ебашим. Едем. Вот мы и здесь. Как-то так. Я уже думал, какую превьюшечку сделать. Где-то там, в Чили. На расслабоне. Вот так вот. Блатные. Вон он сам, если в котором попала немецкая бомба, тут все в бессознательном состоянии.
Один врач, старший фельдшер, несколько санинструкторов и санитаров во входе. И по одному санинструктору кардиожанкозагрузки. Этот поделок был таким высоким и стремительным, что иногда мы не успевали полностью развернуть. Надо упорно до последней капли крови защищать каждую позицию, каждый метр советской территории, цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать его до последней возможности. Выполнить этот призыв, отстоять нашу землю, спасти родину, истребить и победить ненавистных. Наша группа вообще убежала. Вышли на улицу тупо. Устали пипец. И вот он. Ну мы туда не пойдем, наверное. Сейчас домой дорожу. Приехали мы в Наре уже. Я иду домой. Остальные же зашлись. Короче. Че, мы сначала помогали у колледжа. Коробки перетащили, разгрузили машину. В этом, в самом парке мы походили, я вам там все покажу. Вставлю. Очень сильно устали. Быстро пробегали так, как не успевали, потому что там очень много залов. Что еще? В основном парке еще кое-что было, но именно в самом парке, но времени уже не было. Надо как-нибудь туда съездить в дружеском коллективе. В принципе, это на этом все. Почти без 24. Всем удачи, всем пока.